kick will take off. Oh, that's it! It's over! It's over! Beautiful technique. Liverpool to Portsmouth, yeah, that chorus got the crowd screaming. У него в моменте подкосило колено. Что ты скажешь по финишу? Поделись мыслями о финише. Нет, все произошло так быстро, что я даже не осознал, что случилось. Знаешь, все закончилось быстро, но я отлично себя чувствовал, и, как я сказал, я здесь, чтобы получать удовольствие. Знаешь, я расслаблен, и я наслаждаюсь поединком. Да, никакого давления, и ты только что нокаутировал человека, которого многие считают величайшим тяжеловесом в истории. Что это значит для тебя? Да, я ждал этого поединка уже 2 года, потому что я знал, что мне просто необходимо встретиться с таким серьезным испытанием, с таким оппонентом, как Кейн, для того, чтобы показать, на что я способен, и я благодарен ему, что он принял этот поединок, это было честью для меня, и, конечно, я очень рад тому, что одержал победу. Поздравляем с отличным результатом сегодня. Хищник, друзья, Фрэнсис Нгану.